этот. Посадила косточку. С косточки выросло дерево абрикоса. Так. На абрикос привили персик. Дома ростила 4 года в горшке. Потом отрезала, привила на абрикос персик. Потом? С персик, потом вот это вот гибрид она, чтобы не вымерзала, мы уже начали плоды в грунт сажать, вот эти косточки. И уже потом они стали размножаться. Да. С персика? Да, и они как бы гибрид получился, и мясистые получаются, не водяные, мясистые. Так, ну что, я вот эту ведерко забираю. Пожалуйста. За то, что вы...